Ну что же, дорогие товарищи, мы продолжаем играть в Anacrusis, и фишка сегодняшнего дня в том, что мы будем играть в Community Made Maps, то есть то, что сделали фанаты игры, ну или не фанаты, просто люди, которые заинтересовались сеттингом игры и решили что-то сделать. И мы просто посмотрим, как они сделали, может быть, сравним с тем, что сделали оригинальные разработчики игры. Вот. Может быть, фанаты сделают что-нибудь прикольнее. Там, кстати, есть карта... Даже пошутить не знаешь карт. Да. Есть карта, где, типа, уже они на планетах ходят. И, собственно, там в комментах было такое сказано, что, мол, это как раз-таки очень стартрековская фишка. О том, что они же постоянно на этих планетах, то есть, ну, постоянно устраивали экспедиции. Careful. We can charge our weapons over here. Тут что-то новенькое уже. Вот этот. Зал прилета. Turret. Зал ожидания. Nessa, did I do something? I hear gravity. Brute! There's a brute! Flasher! Careful, Flasher! Your pulse! Hey, hey, careful, no... Grabber! Grabber! I'm grabbed! Nessa, behind you! Oh, that is all mine. Жаль, но здесь к нам точно никто не присоединится. Ну да. О, ты модный. Розовый пиджак, ты что, бандит из 90-х? Малиновое вино. Это как это, да? Подожди, а там все, как бы в ту сторону нельзя. А, how do we want to handle this надо patch? Вниз. Thank you. Ой, это свой, я вот по своим стреляю. Слушай, что-то новенькое, это реальные чуваки. What are we doing with this patch? Ну, товарищ, oh, we have some weapons here. По своим наметкам что-то делал. И выглядит интересно. Бутылки разбиваются, интересно. This will help. А это ты? Как они разбивают? А, это душ. Я думал, это туалет. Да и... And a grenade here. Оружие, но здесь везде плазменные винтовки, поэтому даже помечать не буду. There's a brute! Spawner! I'm down! Hit it! Brute! Let's get you up! Thanks for that. Я переназначил, и она вроде... Я переназначил кнопку, и она вроде нормально стала вкидывать. Представляешь, Симис? А это что за нефть? Ты где, наверху или внизу? Я вниз. Ну тут как бы... Иди сюда, тут... Красота. Гупа! О, лапшичная. Watch out! Behind you! Careful, do not wake them. Don't get gooed, don't get gooed. Thank you. Better. Get the turret! Flasher! Get the turret! The pulse! Flasher! Go! Я застрял. Как не выбраться?
thing is shooting at me. Ну, пипец. I'm stuck. Ты где? Не, поднимает, поднимает. А нет, уже не поднимает. Ну, мне кажется, я отсюда не выберусь, поэтому лучше я, наверное, тут и останусь. Up on your feet. Thank you so much. I'm not sure what happened. Действительно нефть. Мазут. There's a brute. И мазут, и мазут. Seek shelter immediately. Категория for flares. Weapon here. Root. Крю. По окну. Куда? Turn here. Свой крю. Charger. Зачем дальше пошел уже? Да я пока даже не пойму, куда ты пошел, куда тобой пойти. Там только наверх можно будет пойти. Healing. Дука. Дука, это хорошо. Weapons here. Ты где? Use your pulse. Тебе нужно туда пойти вниз, а потом через подвал, ну через этот черный подвал. А ты так хочешь? Ну падай, у меня аптечка есть. I'm down. Я хотел попробовать. Come on, let's get you up. Во всяком случае, хотя бы с коллизиями здесь все в порядке. Так, так, так. Stand still, and Dr. Lance will fix what's ailing. Bring them back. Well done. Grabber. Help me. I'm grabbed. Behind you. Grabber. Только оставил блок. Grabber. Hit the pulse. Как я пытался, как я упал вниз. Really? Throw grenade. Добави. Grabber. Thanks. Hey. Help. Hey. I'm grabbed. Goober. For that. Goober. I think you got me. This will help. Grabber! Thanks. Behind you. Dead, Flasher. Oh, I hope this protects. Down. Come on, up on your help. I'm down. Ну, отошли все, отошли, быстро оттуда отошли. Пошли, я сказал. Get you up quick, this isn't over. Let's get you up quick, this isn't over. Weapon here. Сейчас я тебе дробовик отдам, я подобрал дробовик. Надо забирать дробовик. Вот. А что, такой же? Weapon. Не совсем. Weapon here. Спасибо. Мне пора ачивку получать. Дробовик мастер. Окей.
Blaster Master, да? Бластер называется. Blaster Master. Да, мастер бластер. Everyone, a matter compiler. Он вызовет. Открываем. Скрываем, да. Меня, правда, сейчас убьет. Еще кнопка рядом. Подожди, а ты где? Стой, 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 стой. Here, you can have this. Just hold still. Let's get you fixed up. We need you. Хватит, хватит, хватит. Что делаешь, дура? Hang on. Gonna run a scan. Thanks for that. Залечились. Еще кнопочки рядом, да? А. Оба включаем. Спонер! Спонер! Get these quick! Gooper! Out for the goo! Quick! Gooper! Hey, would you mind not shooting me? Turrets! Oh, that is all Thank mine. Thank you. Turrets! Turrets! Ow! Flasher! Spawner! Gooper! I'm goo! Help! Behind I'm you, grabbed. Matter Compiler! Shoot the Careful, turret. Flasher! Get the flasher, grabber! Got it! Shoot the turret! The turrets! Spawner! Gooper! Out for the goo! Charger! Hey, I'm down. Come on, up on your feet. Flasher. Nice. Ты где лежишь? Bon turret. Yeah. No, you can't be down. Flasher. Turrets. You're not dead. Вот он. Yet. Ну, вроде смогли. Come on, yeah, let's get lucky. We did it. Spit it out, spit it out. And куда нам идти, ну вообще? Так, а кнопку нажали, да, нажали вот. Да, все нажали. Чтобы... А вот сюда. Лу. Matter compiler. Weapon here. Sancho. Kills booster. Thanks. Fix, ты себе бустер заплай. Чтоб потом не было мучить с тобой. Hey, hang on, making myself pretty. Stay still, stay still. Oh, let me scan you. Ну, голова красиво теперь разрывается. Ой, прости. Use your pulse. Бери, классно. А чё не берешь? Ну я думал, что ты взял. Weapon. Теперь нашел. Ну возьми тогда турельки. Или у тебя что там другое? А, давай. Я тут поиграю в терминатора. Да придет спаситель. Шотган. Я, кстати, смотрел сегодня, досматривал этот фильм через какое-то время.
Ой. Да придет, спасите. Salvation, спасение, короче. И я хочу сказать, что это последний Терминатор, который я смотрел. Безо всяких но. Я уже не помню. Это там, где Арнольд Шварценеггер семенином стал? Нет, нет, это Темные судьбы. Который типа ресет. Salvation — это тот момент, когда вот третий... Там, где он на фабрику должен был проникнуть. Да-да-да. Типа на, в центр Скайнета. Но это типа фишка в том, что они решили, что хватит вот этого постоянного туда-сюда мотания по прошлому, как бы первая, вторая часть отлично все сделали, потом третья часть зафейлилась, как бы. Ну, как бы это еще, знаешь, новинка была, вот это вот. Что то же самое начали делать. Вот. А они решили, давай-ка мы что-то новенькое сделаем. И сделали, ну, сделаем то, что было непосредственно с Джоном Коннором, когда он вот организовал сопротивление. И, блин, ну как бы, они хороший сеттинг делали, блин. Может быть, там какие-то, ну, непорядки со сценарием в каких-то местах. Может быть, там какие-то нелогичности есть, но, блин, там, ну, как бы, серия Терминатор в целом нелогичная. И по сравнению с тем, что делают сейчас, это вполне себе адекватная вещь. А как тебе третья часть вообще? Третья часть, она странная была. То есть я посмотрел, она чисто на панке как сделана. То есть, знаешь, в фан-сервисе. Сейчас мы повторим то, все пятое-десятое. И будет как бы... И народ съест. Типа, вы же хотите, чтобы там Терминатор опять пришел? Ну вот, собственно, Терминатор и придет. А толку в этом, смысл какой-то, знаешь, такое, оригинальность в этом какая-то. Ну там нету ничего такого. Только этот Терминатор стал шутки шутить. Ну да. С веснику и там с мопеда там. Ну, где не подводи. Ну да. Ну да, это было еще видно, когда он очки розовые одел. Ну да, да, да. Гэги, типа, это ж модно. А чё, ну, вы да, там да, все да. Такие мертвые, что ли? Да, мы там все отдыхаем. Но я чё, единственное скажу. Во всяком случае, мне третий, знаешь, чем Терминатор нравится, так сказать, чем он меня устраивает, в отличие от других, тем, что он более-менее снят еще по-классически, так сказать. Ага. То есть еще из того времени, да? Ну да. Ну да. Thanks, everyone! Ну, можно так сказать, потому что... Это... Да. Просто все, что после Salvation идет, оно как будто, знаешь, они пытаются все заребутить, заребутить, то, то мягко, то жестко, то еще как-нибудь. Ну да, да. Вместо того, чтобы что-то оригинальное делать. Charger. Покомпили. Ага, ну что, мы готовы? Вот как я улетел, как раз. Да, сейчас у меня только нету оружия никакого, кроме лазерного ружья. Ну что, кто-то? Throw grenade! Я туда... Matter compiler! Charger here! Готов. Иди. Ой. Doing a health scan. Очень опасненько было. Смотри, сюда залезть. И вот сюда вниз прыгнуть. Ты останешься здесь навсегда. По центру синий. Колечко. Прикольно.
Я чуть просто туда не спрыгнул. Тут второй этаж еще есть. Интересно, граната. Бляха, муха. Турель работает и работает. Так, явно секретка. Вот я стопроцентно, я чую, что там секретка сейчас есть. Ну-ка. По жопу и чую, да? Да, надо вот отсюда. Need help. Вот и вот было... сюда. Ну тебя подниму там или мне подойти? Поднимай. Мистер. Да, вот. Компилятор. А, там? Если так, прыгай. Да. Это тебе надо... Да. Вот с той трубы. Перепрыгнуть туда. Только смотри, не перелети, а то упадешь вниз. Трубу и точно допрыгивает. Так, отсюда? Да, да, да. И туда? На вот эту вот покосую трубу, да. Блять, ты туда. Ага. Ну, сейчас я. Matter compiler! Блин. Ладно, дайте. А, я не буду прыгать, потому что у меня и медленно сейчас просто. Обидно, а он без разгона допрыгивает. Ладно, если я умру, то меня оживи там. Можете оживить? Сразу убить? Нет. Нет. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да, вот я отсюда-сюда допрыгнул. Let's get you up. Давай тогда пока включу компилер, пускай он там это самое отработает. Включай. Я умру. Compiler here. И каждый апгрейд так работает, да? Вместо того, чтобы просто заслуженные очки. Was a weapon here. Hit your Nessa, you got me. Matter compiler. Hey, watch out, grenade. А, не люби меня. Потом я хочу, да. Аж видно этой точки. Ух ты, у меня бот здесь появился. Ты где-то появляешься? А, вот ты здесь появляешься. Удачно. Главное, чтобы не внизу. This will help. Matter compiler. О, пистолет стреляет разрядными патронами. Интересно. Так. Вот, иногда любопытство приводит к результату, да? Вот я не помню такой херни. Такой херни в этом. В оригинальной компании. Kill that little thing. Да, пистолет, конечно, трехзарядный вообще имбовый становится. Ну да, как-то он приятнее. I'm good. What's in the plasma for the aliens? Oh, down. No, you are not staying down. We need you. Это лава вам по голове, что
А я меня поднимает уже. Так, а ты где? Можешь метку поставить? Что такое, у меня прям ухо зачесалось. Ага, понял. Растет. Растягивается ухо, да? Срабатывается от того, что долго наушники нашел. Я нашел это. Все потемнело. Выход. Там где-то у тебя засветка, да? Да. Флаша! А что это, какая текстура должна была быть? Где это тварь? Оставь еще метку, пожалуйста. Понял. А вот вы тут идете, хромаете. А, иди сюда. Blue, take care, girl. Stay still, stay still. Let me scan you. Ты меня уколол в лицо? Нет. Все, уходим, уходим нахер. Хватит тут. Нам сюда. Мне кажется, что здесь была какая-то текстура, которую потом переименовали или убрали. Или что-то. Everyone in here. Потому что как-то слишком подозрительно. Cover me, I'm healing. Ну нашел время лечиться, давай залетай уже, а? Someone close that door. Во-во, именно так. Oh yeah, I knew we could do it. О. Тут еще и три миссии. Даже интересно. Ну че, ну, идем на рекорд. Ну если у тебя есть сила, давай. Или сделаем еще одну сессию, пройдемся по комьюнити картам. Как тебе, честно, захочется. Я с тобой с удовольствием поиграю, если захочется еще все комьюнити карты пройти. Давай в следующий раз, потому что 6 часов я, наверное, не рассчитываю. Ну да, 6 часов. У нас 6 часов уже идет стрим. Почти как GTFO. Да, отлично. Вот, как-то так. Я все-таки, знаешь, что сделал? Я посмотрю, просто мне интересно, что там такое лежит. А, это круглый саншот. Everyone, a matter compiler. Ладно, так что, да. Я вколол себе адреналин и просто тупо бегу. Ой, здесь какие-то треугольники в воздухе летают. Here is spawner. You're hitting me. Go. Kill that little thing. Spawner. Watch out. Behind you. Spawner. Necessary. I'm down. That's a spawner. Use the pulse. Turrets. Turrets. Speedrun. Good job. Go grab this turret. Goo. Нет. Нет. Это генератор, это какой-то компьютер. Физика.
Гупер, кто-то грабит эту турель. Все, потерялись. А, нет. Нет. Не сюда, нет. И не сюда. Черт побери, куда же тогда? Зато как проскочили просто, да? Раз и все. Да. Понятно. That was me. Turret. Все. Запутались. Угу. Ладно. Давай я закончу на сегодня все-таки. Было приятно. Мне интересно пройти эти еще комьюнити карты. Но да. Там есть парочка интересных, так что. Еще вполне даже... на часика два. Да, даже интересно. А может и больше. Ой, диваны здесь прикольненько запульсируют. Да, интересно сравнить с тем. Вот мы прошли полностью все эпизоды и с тем, что сделали. Меня вверх вытянуло. Ага. Да-да-да. Да, все, давай заканчивать тогда. Давай заканчивать. Спасибо тогда. За просмотр, да. Да, всем спасибо за просмотр. В общем... мы... Да, говори ты, я уже туплю. А, понятно, сейчас последнее, погоди, знаешь, что я тебе скажу? Здесь кнопка, поэтому мы не пройдем дальше, пока кнопку не нажмем. Вот, в любом случае, мы дошли. Поэтому, да, всем спасибо за просмотр, сегодня поиграли прикольно, классно, в принципе, основную кампанию прошли. Первую миссию сегодня не проходили, но она была в предыдущий раз, есть записи, поэтому можете посмотреть. Вот, да. Выиграл веселый гонку, просто что надо. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Мэрэд обязательно, заходите в группу Discord, подписывайтесь и получите ключик, и сможете в следующий раз с нами пройти карты комьюнити, если хотите. Ну, а на этом... Всем спасибо за просмотр, да. Вот. Заключение об игре, наверное, мы скажем в следующий раз, когда уже пройдем комьюнити карты и сможем сделать, так сказать, банальный анализ того, как поработали над игрой разработчики, а как поработали комьюнити, и сравним, что лучше, что нет, и оценим по достоинству труды разработчиков этой игры. А знаешь, что я не сделал? Не запустил, не запустил запись. Ну ладно. Серьезно? А давно ладно. Ты ее не запустил? А с самого начала не запустил. Ну что же, у нас тут получается третья миссия. Ну слушай, может перепройдем вторую главу? Первую, Charger. Допустим, ты со вчера возьмешь. Давай еще раз перепройдем вообще, что, мне не проблема. Не, подожди, ну тут нельзя перезапустить со второй части. В общем... Давай играем дальше, когда разберемся. Ну смотря, господи, это все равно это как бы. Не, 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 компиляция будет просто этих фанатских карт, ничего такого, знаешь. Your pulse! Как бы из разряда поговорить о том, насколько тут все по-другому. Oh, we have some weapons here. Нормально, все, идем дальше. У нас там еще одна компания есть, которую можно поиграть. О, разогнанный СМП, спасибо. Да и я на шотганы как-то так. And a grenade here. I hear a Gooper. Gooper! Your pulse. Behind you. What's up, Bagu? Me. Grabber. Grabber. Flasher. 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 Oh, that is all mine. Вот комнатка. Grenade. Grabber. And a grenade here. Это хорошо. Что
такое. Я поздно кинул гранату. Поздновато было. Это что у нас такое? Что ли, конфликта? А понятно, вниз. Ой, их, она меня вверх кинула. А как мне теперь отсюда выйти? Куда? Из этой трубы. Вы все наверх залетели, а я в ней внутри. Застрял? Ой, я тоже. Надеюсь, тут есть выход назад. Понятно. Let me get you right, yes. Амдред убил Амдреда. Отличный план. Зачем я пошел? Вот и все в ваших руках. А не, смотри, они нас возвращают. Сообразительные ребята. Мы теперь без оружия, блин, горел, а? I'm good. Печалька. Слушай, это что на оригинальных компаниях там такого не было соображения, скажем так. Да-да. Ладно, пошли дальше. Ну ладно, фанатская карта, взятки гладкие. Turret. О, говорит, смотри. Спасибо, что ты есть вообще. Ага, смотри, тут а даже... Где? Я наверх поднялся уже, брат. There's a charger. Угу. У тебя тоже гул такой вэу-вэу везде? Это когда поднимаешься? Это да? Это да. Да. А так нет, все нормально. А мне этот звук гул до сих пор. Ну поднимись до меня. Чёрт. Где там? Да я что-то не пойму, я тут внизу хожу. Ну боулинг этот и посерединке. А, а нас внизу подняли, ё-моё, я думал нас наверху вверху где-то подняли уже. Все, все, да, все. Ух, закончилось это. Чего? А ты видел, тут написано что? Тут, буквы в воздухе летают. Activate the center panel when ready. Capture the four outside points, then the center. Вот здесь вот. А, ты наверху вообще где-то там? Да-да-да. Ты где? Я чуть ниже. А. Каким-то образом. А я в другое отверстие зашел, видимо. А оно не туда понесло. В общем, активируйте центральную панель по готовности. Захватите 4 точки, а потом возвращайтесь в центр. Без оружия не оставили. Тут еще этот плазма, короче, материальный конвертер. Понял. Мне бот оружие скинул. О, а это что за... Это новое оружие? Какое? Как называется? Преимущество на оружие я такой первый раз вижу. Overclocked SMB, Overclocked Blaster и High Power SMB. Наверху где-то там шляешься, да? Finally, a charger. Ну я вот здесь. Ну я просто чуть ниже. А, понял. Я не знаю, как подняться к вам. Это флэшер! Блин, это флэшер. Флэшер реально какой-то. Хрень, да еще. Короче, я не знаю, ну коки по СМБ возьму. There's a matter compiler. Turn it here. Да вроде с виду такая же СМБ. Как была. Эй. Сейчас убью. Да давай, давай, перезаряжайся скорее. Use your pulse.
Так, сейчас я к тебе спущусь. There's a matter compiler. Hang on, I'm making myself pretty. But prettier, really. I'm already pretty. Turret, here. Down. Так, ты уже активировал панель, да, центральная? Да, да, я все активировал, то, что можно. Come on, let's get you up. Потерял компайлер тоже? Hit the pulse, health scanner. Hold up, heal it. Turrets! Turrets! Use your pulse. Anyone want to grab this turret? Healing. Ah, точно тут. Турельки. Spawner! Putting down a turret. Один есть. Сколько их уже есть? Oh, there's a matter compiler. Я вижу. Your pulse! No, I'm down. I found a turret. Watch out! Leon, keeping score? That one was me. Блин, ты же вот меня подлечить хочешь, Гайон. Подлечи меня. Такой он Гайоны. Он стоит с этим, с лечилкой, и просто стоит. Ну подлечи меня, идиот. Как ты обращаешься к своему афробрату? Да он мудак. Он мало того, что афробрат, он еще транс-NPC. Идиот. Пошел ты, короче, нахрен, Гайон. Пошел ты, Чеф Челиус. Ну давай. Давай, лечи меня. Гай, он сломался. Неприятно. Так, у меня там все семь. I got him coming back. Watch out for careful fashion. Owie. Grab it. That one's dead. I'm good. Great. Nice one. I'm Flasher. Grab her. I'm grabbed! Help! Watch out! Behind you! Бля, кому хотеть этот грэббер, который... Блин, знает, откуда он там... Help me! Стоит, I'm down! Thanks! Да свалите вы все от меня! Quick. This isn't over. У меня просто этот перк быстро поднялся, хотя я тебя быстро поднял. Leo! Behind you! Oh, I'm down. Healing. Flasher. Hit your pulse. Ouch. Gooper. Dead.
Идем дальше. Manner compiler. Don't fail me, Boris. Какой Борис? Кого они кричат? Не подведи меня, Борис. Да я так понимаю, что Борис это какой-то то ли, не знаю, то ли человек, то ли андроид, который их отправляет на задание. Hey, про это не точно. Matter compiler. Борис Бритва. О, оружие, оружие, оружие. Так, я на втором этаже. Там подъемная лестница. Ну, пандус такой. Да, я хотел воспользоваться быстрым перемещением с помощью дивана. Диваны здесь уже не рабочие. Быстро перемещение дивану. Оружие. Use your pulse. Who loves you? Who loves you, baby? Нет, ощущение, что я скоро умру. Меня тоже не покидает это чувство. Близкой смерти, да? Тоже все черно-белое. Да. Вот он мне, по моему взгляду, по моему мнению, не очень удачное решение делать на последнюю жизнь, так сказать, все черно-белое. Вот, кстати, генератор оружия где-то здесь лежит. Ты брал? Да, да, да. Вот, я отвис. Throwing grenade! There's a charger! О, нет! Я в ловушке. Нет, 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 нормально. Ну, ой, Несса. Она в какой-то трубе осталась. Что она делает? Походу, это все. Да, походу, это все. Она потерялась. А, это ж труба, это которая нас вывозила, да, это самое. Она такая, а что мне делать, а где я? А у тебя тоже в левом верхнем углу экрана какой-то элемент интерфейса? Grabber. Типа такой в краю так не вылез. В краю не вылез, это как? В самом левом верхнем углу экрана. В самом верхнем. Нет, нет, это не помню. Значит, это тоже мои локальные баги. Ну, блин, горел, и что делать? Давай другую игру. То есть другую компанию поиграем. Голосовой за исключение игрока. А, блин, нельзя их. Обида, обида. Мы практически прошли. Да. Ну ладно, это не принципиально, конечно. Все равно последняя миссия была. Мне еще забавно. Напоминаю всем, кто хочет с нами поиграть сейчас, вы можете выполнить простые условия, подписаться на канал Дрэна, на мой, и вступить в кооператив дружбы в Дискорде, все ссылки в описании. Тогда вы получите бесплатный ключик на эту игру и сможете поиграть с нами. Количество мест ограничено, поэтому, если есть желание, вы еще можете успеть присоединиться, поиграть с нами, и, собственно, игра останется ваша. Пройдете ее потом тоже. Именно так. Да. Ты такая есть, Thousand Lights? Ну, если у меня все скачалось, то да. Все, подожди, я проверю. Загрузки. Ну да, у меня все вроде дополнения скачались, так что все можно. Угу. Только не забудьте отписаться в боевом канале в Дискорде, что вы... Собственно, с нами. Чтобы вам, да, ключик выделили. Сейчас проверим. Нет, никто. Ну. Поехали вместе. Ладушки. Перерыв нужен? Да нет, можем мчать дальше. Ладно, давай, попробуем. Идем? Идем.
Пошли. Тысяча. Бета, которая... Тысяча чертей. Да, тысяча чертей. Бета, которая не закончилась. Ух ты, это что-то новенькое. Это что-то абстрактное. Это карта для любителей попрыгать, вроде меня. Ну, интересненько. Как бы планету, знаешь. Use your pulse! Планета и высокая трава. Hear a spawner. I hear grabber. Где этот козел с дырочками? Brute! Да ёпарсите. Я куда-то попал и застрял. Watch out for goo! Ой, я упал. Ох, ура, я вылез. А, тут дырка такая, как раз. Блин, а, да? Ты? А, ты вообще все. Понял. Healing. Да, отвалил. Activating the respawn. I'm healing. Ooh, I'm back, baby. Hey, спасибо. Careful. Flasher. Current. Try your pulse. Kill that little thing. Spawner. Grabber. Got it. Health scanner. Сканер здоровья. Забирайте. У меня есть. Look out for the brute. Nessa, did a turret. There's a brute. Grabber. Thanks for that. Turret. Down. Grabber. Spawner behind you. Grabber. Spawner. Down. You're not dead yet. Me. Come on, come on, come on. Cut that out. Healing. I'm healing. Turret. Watch out for the turret. Turret. Spawner. There's a charger. Finally, a charger. Hey, there was a weapon here. The pulse. Disturb them. No! Thanks. Finally, a charge. Зря я Камина побеспокоил. Nessa. Нету здесь еще ни разу компилятора материи не было, да? Turn here. Not to shoot each other. Cooper! Cooper! What is that? Flasher! Anyone need a weapon? Flasher! Come on, baby. That got me. Flasher! Careful, Flasher! Turret! Turret! Lance, behind!
turret! Turret! Kill that little thing! Get the turret! Sorry, oh yeah. Oh yeah. Наконец этот говна кусок сдох, светящийся, замученный, а? Такая логика, иди на свет. Не, ну так интересненько сделано. Необычненько. This will hold you over. That one got me. I like this. Oh, that's a flasher. Get the flash. Goo! Don't get goo. Flasher! Don't get goo. Flasher! Gooper! Goo! Let's do this. Hey, I got one. Guillaume, behind you. Hit it. And a grenade here. Oh, okay. Finally, a charger. Два направления, да? Ow! Была плазменная винтовка. О, компилятор материи, неужели? Там? Да, вот здесь вот. Grabber! Pile already! Grabber! Are you hit me? Да. Ну тут как раз дробовик для тебя лежит рядом. Ты как там в этом в Lethal Company не промахнулся мимо. Matter compiler. О, супер. Сюда. Это первый перк, правильно? Да. One time, one time. Come on. Ну, вон он тут лежит, если что. Спасибо. Плазма райфл, блин. Это то, что ты любишь, да, или не то? Не совсем то. Да. О, Несса сдохла. I got him coming back. Гупер! Гупер, гупер. Watch out! Гупа, гупа, watch out! Yawn! Healing! Charge our weapons here. Пришло время подлечиться. О, этот... Так, вихревая граната, отлично. Пришло время идти домой. Выключите насос на нулевые станции или три emergency overrides. Я не хочу вниз спрыгивать. Спаунер! Нет, это сверху хорошо. Это спаунер! Спаунер! Окей! Спаунер! Люк! Он упал. Граббер! Граббер! Thanks for that! Граббер! Thanks! Бля, я опять... Брут! Get the turrets! I'm grabbed! А, меня сграбили. Behind you! Flasher! 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 Not target practice! That's a flasher! Turn it here! Spawner!
какая-то музыка новая заиграла. Это я первый раз слышу. Вот. Get the turret! Shoot the turret! С карты идет. There's a brute! That's a spawner! Нет. There's a Cooper! Cooper! Flash it! Hit the pulse! Hit the pulse! Goo! Oh, there's a Yawn! Brute! Brute! Spawner! Flasher! Charge up! Root! Grab at the spawner! Root. Grabber! Thank you! Gooper! Turret, Goop! Get the turret! Help! Turret! I'm down! Так, ты последний внезапно. Goop! Где вы там? Brute! Тяжело сказать. Hey, I'm down! Да, я тоже. Это всего лишь первый из четырех. Ё-моё. Можно поменять. Да не-не. Hit your pulse! I'm down! We can't leave Leo out there. Ты как? Let's charge our weapons. Let's get you up. Spawner. No one minds, I'm gonna heal up real Careful. Quick. Careful. Root! Hit your pop. Get heal the turret. Flasher! Grabber! Grabber! Thanks for that. Yes! That one's dead. Turrets! Help! Help! Help. Grabbed! Down. Turrets! Help! Grab! Come on, up on your feet. Come on, up on your feet. That thing is shooting at me. Healing. Gonna run a scan. Turret! Watch out for the turret! That thing is shooting at me. That's spawner! Пушка. Ой, я почему-то бочку выкинул вниз. Don't feel me, Boris. Weapon. Ouch. Healing. Something good. Compile me something good. Compiling something good. Compiling something good. Matter compiler. Ouch. Попробуем взять усиленный радиус действия гранат. Первый раз за всю игру попробуем. Hey. I'm healing. Matter compiler. Интересно, что там за мост вдалеке? Нам на него надо будет. Flasher! Get the flasher! Hey, flasher! Get into my shield! Hit it! Got a shield down.
Try your pulse. I'm down. And a grenade here. Come on, let's get you up. Нельзя, короче, несколько раз одно и то же руку применять. Понятно. Young lady, you be careful. Hey, Gion. That's better. Weapons here. Need help. The pulse. Let's get down. No, no, no! You can't be down now. Get up. Ты тоже что ли это упал? Где ты? I'm healing. Thanks. Да все нормально. That was me. Я так и не понял, что это за роутер и что он делает. Ну, какими-то связывающими шарами. Против толпы, наверное. Лу! Turret here! Flasher! Hey! That one's dead. Behind you! О, опять началось. В общем, у меня опять, короче, глюк. We need the help. I'm bringing them back. Я пошел сброшусь вниз. Ладно, блин. Ой, я тут спуск вниз. Тут еще и спуск вниз, оказывается, есть. А у меня опять включился псевдовид от третьего лица. Back. Let's go. Поэтому не вижу смысла продолжать. You're not dead yet. Зачем ты меня поднимаешь, дурында, а? Что ты наделала? Turret here. Все, я все могу меня поднимать. Bringing them back. Что за глюки, а, в этой игре? Weapon here. Я просто бежал, ничего не делал, и вдруг я стал с видом от третьего лица. Ну, только наблюдая я с собой, как бы, с руками, с оружием в руках. Come on, let's get третьего luck. Лица. Thank you to whoever brought me back. Healing. Boris better have something nice for me. Подожди, я просто перезагрузил, но не взял.
Nessa, did I do something? Get the flasher! Hey, watch out, grenade! Там еще был спуск вниз, но я уже думаю, не стоит туда идти. Careful, do not wake them. Что там у нас? Либо нужно отключить насос. Ну там постоять в кругу, либо какие-то три оверл. Ладно, поехали. Now I can get my weapons charged. There's a bruise. Turret. Matter compiler. Turret. Дайте мне оружие. Я хочу оружие. Так, с оружием каждый дурак. Вот. And a grenade here. Go, spawner. Flasher. Блин. Behind you. Careful, flasher. Несса, Несса, блин, сзади, сзади. Spawner. Brute. The thing is shooting at me. Watch out for the turret. Let's get these quick. Let's get you out. Man. You, behind you! Get the turrets! I'm good. I'm down. Flash out! There's a matter compiler. Need some help. I'm down. Блять, как поступать? That's a flasher. That was me. Turret! Turret! Watch out for the turret! I put out a shield! Kill that little thing! Come on, let's get you up. Come on, up on your feet. Keep up. Spawner! Пойду Нессу заставлю работать. Отличный план. А то она нам предыдущее прохождение сделала. Thanks for that. Goo. Matter compiler. Spawner. Thanks. I'm grabbed. Spawner. Thanks. Круто. Так, я гаем туда заставлю подниматься. А у меня здоровья совсем нету. Ну, надеюсь. Понятно. Давай другой что-нибудь. Или поменьше. Да, это как-то жестко. Да, ну как-то веселее даже. Да. Начало, правда, такое довольно специфическое. Use your pulse. Charger, top off your weapons. Hey, shoot someone else. Flasher. Oh. Get the flasher! Flasher! Ouch! Hey, I got one! Yeah, really? And a grenade here. Use the pulse! Matter compiler!
Ты с ракетницы? Да. Я, кстати, ни разу в этой игре ракетницу еще не так играл. А вот. Борис, Борис! Shoot someone else. There's a matter compiler. You're hitting me. Осторожно, тут от этого солнечного датчика можно потерять ориентацию и упасть в пропасть. Use your pulse. Healing. Gooper! Gooper! Ouch! Ouch! Grabber! Gooper! Go, Bebby! Nessa! Stand still. Let me fix you up. Down! Open here! That one's mine. Come on, let's get you up. Живые. Тут эта турелька. У меня одна тоже есть, уж если есть возможность взять. Или у тебя это самое? А, у тебя, наверное, ракетница, да? Не, у меня уже ничего нет. Matter compiler. Как раз две будет, поставим там. Behind you! And a grenade here. Weapon. And a grenade here. Это твое. А у меня автопушка. Weapon. А мы поставим здесь ее. Окей. Turret. Setting up this turret. Это же ракетница, я так понял, да? Да. Что-то не использовал. Что-то не ждал. Грабер! Ну ты как-то с ней уже лучше обращаешься, поэтому я доверил дело профессионалу. Все, как говорится, отношения. Так. О, я нашел. Everyone, a matter compiler. Something good, something good. Компьютер, hey, как ты нашёл? Ой, тут еще один. И еще один. Вот, так надо активировать, пока все еще тут бегает. А я уже один активировал, второй тоже активировал, все. Мы прям закидали их. Закидали ими. Этот стабильно будет. Я уже предвкушаю сейчас, как мы прокачаемся. Ну да. Вот еще туда вниз можно спуститься, но я не знаю зачем. Там ничего нет. Как оттуда выбраться? Да. Maker, what you need when you need it. Я думал, типа Maker, Sajuk Hands. Куда-нибудь. Это хорошее, быстро, чтобы быстро поднимать. I found a matter compiler. Вот это все. О, бот летел. Не обещал вернуться, да? Так, еще один matter compiler. Compile already. Ну, там вообще, смотри, ракетница, не ракетница, лазер. Блин. Все три этих и все три хочется взять, я не знаю, что пистолет, который стреляет по три патрона.
Площадь поражения гранат увеличена или импульс быстро перезаряжающийся. Пистолет это хорошо, когда ты откис, у тебя нет оружия. Какой режим АФК? Ты что, упал? Как мне из него выйти? Тут, короче, если долго стоишь, включается режим АФК. Блин, я бы взял, наверное, лазерное оружие, все-таки оно поприкольнее, чем турель. Оно по площади сразу просто с одного выстрела всех выносит. Health scanner. Activating the free health scanner. Go, weapons. Go, go! Got it. Smarted. Я все-таки, наверное, попытаюсь через верх пробраться к этим машинкам. I'm back. Thanks. Spawner! Spawner! Charger! Now I can get my weapons charged here. Up. Grabber! Go! Cooper! Behind you! Root! Okay. Go, go! Help! I'm grabbed! Hit your pulse! Down! There's a brute! Flasher! Thanks. Behind you! There's a brute! Давай, я за тобой прикрываю. Help, I'm down. Careful, Flasher. Your pulse. There's a brute. Brute. Flasher. Everyone, a matter compiler. Grabber. Help, grabber. Реально через пол карты затягивает тебя. Должно быть какой-то лимит. Блин, горелый. Так. Окей. Anyone want a turret? Spawner! Spawner! Brute! Come on, get up! Got it. Hit it! Quick, this isn't over. I'll get you up, but watch my back. I'm healing. Фу, чуть дух не упал. Stay still. Stay still. Let me scan you. Try the pulse. Возвращает тебя обратно. Да? Ай, да. Еще один грейзер. Flasher! Down! Turrets! Go! Behind you! Я из этой игры буду ненавидеть грейзер. Тебя притягивает. Не то, что ты не поворачиваешься, они просто появляются и начинают тебя затасывать. Flasher! Так, я всё. Блять, еще один грейбер. Так, сейчас я его пострелю. Oh, that is all mine. Стрелили? Go! Go! I am going to bring them back. Down! Да. Щит. Так, ну мы что, мы ничто, что ли? Давай понизим сложность. Или как? Ну смотри. Или другую ну, карту. Да нет, давай, мы сделаем это. Последний раз. Крайний. Ну давай. Turret! Ow! Sounds like a flasher is around. Careful, flash! That's a spawner. Use the go, that is go, all mine. Go! Flasher! Pignon, behind you! Turrets! Turrets! Yeah, that is all mine. You're hitting me!
Да, где-то тут этот Material Matter. Everyone, a matter compiler. I started bringing him back. Flasher! Hey, I'm down. Паста стоять на краю, как бы разом друг. I'm grabber. Ouch. Matter compiler. Heal. Use your pulse. Boris, don't let me down. No. Gonna run a scan. Compile me something good. Compile me something good. Гупер! Походу я погорячился, когда сказал, что мы сделаем это в этот раз. Мне этот гупер гребаный выкинул. Healing. I'm back. Charger. Ammo. Там дробовик не дробь прокачанный. Ой. Ну, там был сзади, там вот в левом дальнем углу, вот там вот где-то в кустах дробовик, вот этот саншот или как он там. А, ты меня уже убил. Да. А. Ну, спасибо. What is this? Into the shield! Hey! Compiler. Yeah. Gooper! That one's dead. Try the pulse. Куда-то вперед уже убежал, да? Можно. Так, вижу трупы. Ты где там? О, это твое. Nessa, did I do something? Oh, I love this gun. Да-да. They love this gun. Hold up, doing a health scan. Ну вот, собственно говоря, на этой миссии мы и сталкиваемся с проблемами разработчиков. Достаточно, как сказать, линейной коридорной локации, да? И по сути, вот из-за того, что противники достаточно однообразные, мы просто, так сказать, пробиваемся через толпу. Ну, это все-таки левел дизайн. Это веселее. Не, да, это понятно, но я имею в виду то, что он как раз таки показывает, так сказать. Насколько это настроено волновая система. Да. Да, да. Я там нажал на кнопочку. Да, я тут тоже сейчас на один нажал и на второй пойду на кнопку. А, все три запустились. Окей. Come on, shoot all the aliens for me.
let's get you going. Ну спасибо, бот, подлечил хоть. Matter compiler. Вот. Вот. Так. Вот, хорошо. Это нам надо. Как это я просто помечу? Weapon here. Плазменная винтовка МК-1, понятно. Matter compiler here. Weapon here. Careful, Flasher! Flasher. Get the Flasher! Grabber! Flasher! Help! Grab! Да. Okay, I'm down. Use the pulse. I'm down. Вы видели? Вы видели? Что там было? Да вот меня схватило. Это. Thanks. Понятно, тебя, короче, утараканили вниз, да? Где вы все? Утараканили. Got it. Let's get you up quick. This isn't over. Can't be down. You can't be down. Ну, гуйон меня гуйонит. Ну вот. Вот мы и спустились вниз. Да, и что здесь? А это, наверное... А это не то же место, как наверх идти. Наверное, мы просто назад вернулись. А, нет, да, смотри. Да. А, нет, смотри. There's a working matter compiler. Тут как раз таки спуститься можно, наверное. А где тут matter compiler? Бля. Ошибка новичка. I am going to bring them back. Weapon. Оставлю. Оставлю. Да, спасибо. Гупер! Go! I'm Gupa. There's a working matter. Hit it. Я не говорю, что здесь есть рабочий matter compiler. А, ну. Ну, слушай, а можешь метку сделать? А, вот понял, все. Я просто думал, делай, чтобы не потеряться. Нам, по-моему, все-таки сюда надо. Предыдущий мод. Это какой-то шорткат мы сделали. I found a matter compiler. Там наверху был. Weapon here. Да, это мы назад вернулись. Вот здесь лежал гранатомет. Ну да. Matter compiler. Ну, два вроде я взял. Нет. Я вроде тоже два взял. Some good, some good. Сколько? А, нет. Я как раз таки брал этот, и меня подхватил Кукинсон. Charger here. О, сканер здоровья. Еще один сканер здоровья. There's a working magic. Ты уже вниз спустился. Flasher! I'm good. Grabber. Now, grabber. 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 Got it. Это что там такое сверху лежит мощное? Oh, I love this gun. Класс. There's a health инъектор здоровья и еще сканер здоровья. Спасибо. Ну что? Flasher. Там еще, кстати, три шприца лежит.
Я тогда сразу вколю себе. Пошли наверх, пока никого не... Пока не... Ух, нахрена они тут прилетели. Давай ты... И... А что? Дальше? Смотрите, а, понял, да. Понял. Вот тут. Терминал. Походу сюда всем, что ли, надо прийти. Или нет, или что, я нажал, короче. Вот ты чё. Ты там наверху нажал, да? Да. Теперь, походу, водить надо. There's a charger. Бля, садись. Гупер! На сверху я нажал. Так, ты где? Ты где? Ты где? Ты где? А, вот ты где? I put out a shield! Root! Гупер! Got a shield down! Come on, let's get you up. Thanks. Так, а что делать? I'm healing. Grabber! Там надо было либо три этих самых. Я тут взяли ложки. There's a brute! There's a brute! Man! Setting up this turret! Flasher! We should bring them back! Try your pulse! Ha, got it! There's them because you... Probably better stuff on you than me. Так хотя бы это на себе нужно было делать. Ты у нас более какой-то экстремальный, поэтому я тебе решил. Flasher! 100%. Все, пора валить. Grabber! Давай в эту сторону. Grabber! Grabber! Spawner! Grabber! Вот к этому. Вот это вот заплатил, да, спасибо. О, там, кстати, дверь открылась, отлично. А, да, видно, да. А, бля. Нет, я упал. На вам еще гранату. Удачи-ё. Root! Брута еще не хватало. Grenade. Да отсвалите вы от меня, а? Help, I'm down. Так, я упал. Меня подняли. Use your pulse. Я тут. Anyone need a weapon? Я, ну я знаю, что тут, но где в игре. I don't know if you've been paying attention, but we need you. We need all of you. О, вот это мне надо. Come on, get in here. Ooh. Let's do this. Ну да. Неужели? 15 минут. All right, who else is surprising? Не, не говори. Наконец мы попали в офис. Пора закругляться, блин.
Не говори, 6 часов уже. 5 часов уже. Finally, it's... Oh, there's a matter compiler. 5 часов. 5. Ну, 5. Да, я понял. Не, ну я не то, я имею в виду это самое. То, что... Хотя мы поздно начали достаточно. Ну сколько мы? Мы 2,5 часа уже играем. Прямо себе. Да, я что-то уже тоже готов. Careful. Пойти спать. I hear Brute. Потом мы еще вернемся в эту игру. Brute! Прикольно, я такой первый раз вижу улучшение. Нахождение в слизи защищает вас от врагов. Да. От урона, точнее. Угу. Тут еще в огне можно. Гупер! Go! Flasher! Hey, I'm down! Flasher! Flasher! I'm Dread не работает. Что это такое? Get the turret! Down! Got it. Слушай, прикольное улучшение взял, то, что плазменная винтовка простреливает насквозь... Ой, это случайно. Простреливает насквозь врагов. Thanks. Я тебе шприц отдал. Oh, спасибо. И это самое, быстро достаточно убивает. Turret. Туалеты. Turrets! Вот сюда, походу. Turrets! Your pulse! Come on, up on your feet! И этот генератор грябаный, вот он прыгает. Turret! Hang on, gonna run a scan. Charger here. Вот сюда. Эй, не сработало. А тут можно выйти в любой момент, да? Хочешь дальше летишь, хочешь здесь остаешься. What are we doing with this patch? How do we want to handle this patch? Your pulse. Turret. Get the turret. Turrets. Turrets. Gooper. Thanks. Hit it. Got it. Use your pulse! Turrets!
hitting me. Выкидывайте, раз понятно. Ой. Ой. И не говори. You're not dead. Вот, yet. Можно поднять. Это все безответственные прыжки. Что-то мне детский анекдот вспомнился про Гену и Чебурашки. Типа ели Гена и Чебурашка блины на небоскребе. Парочку уронили. Ну и Гена пошел спускаться вниз. На лифте, а Чебурашка решил, а что там, тут близко, давай я прыгну. И Гена внизу такой. Или наоборот, Чебурашка пошел, а Гена решил. Чебурашка у меня такая, Гена, какой мне блин брать, коричневый или зеленый? А вы где, поставь метку, пожалуйста. А, вот, понял. Что за залежи кокса? Не используйте ламинатор, он... он перегревается. Ой, жесть тут творится. Давай. Еще и Шреддер внизу, который, наверняка, нельзя падать. Да, да, туда нельзя падать. Try your pulse! Come on, I'm down! Let's get you up. I'm down. Твою мать, что происходит? Почему у вас так много? Да. Go! Flasher! You up quick? This isn't over. Надо их Шреддер забрать. Хорош светить. Да. Так, Guy on mod. Хочешь лечить? Healing. Лечить? Лечи. Вот падла себя лечит, а? Подошел ко мне и начал себя лечить. Агайски. Так, я понял, я так понял, сейчас следующую поджигать, и опять будет дикая волна, да? Черт, я не понимаю. А, нет, вот все, можно дальше идти. Ну, так, хорошо, стоять. Спасибо. Everyone, a matter compiler. Everyone, a matter... Come on, let's get lucky. Окей. Ну, как они начали падать. Да, боты тут вообще просто бессмертные. Пофигу, падают они. Кто это такие? Как будто это зомби, а не боты. А не инопланетяне. Да. Как будто какой-то ВВЗ. Ага. Именно, я про него и вспомнил. Хватит у меня паразит.
И он мудак, а? Подошел ко мне и стреляет в пол. Careful, do not wake them. Пойду гляну, что на третьем этаже. А, я их не пробуждал, но они пробудились. Я просто подошел рядом, и они вдруг набухли. Разбудились от того, что я играю за симпатичную девушку, да? Да. Это мое. That was me. Ты где? Брут! А, вон ты понял. Где. Let me heal you up. Ты случайно? Здесь ничего интересного. Здесь тоже. Такое ощущение, что ты попал в запретную зону. Да вроде нет. Гренейд! Так, если ты сейчас вниз улетишь, то мы здесь были. Да? Нет. Я хочу налево. Нет, не получилось. Сестопрофис. Да, мы здесь были. Как понятно. Через низ, потом туда. Ай, блин, понятно. Charger here. Да заткнись ты, какой Matter Compiler, а? И сюда надо идти, да. Только сбивает с толку. Во, побежала толпа. Turn here. I'm grabbed. Behind you. А вот он забрал. Да, Геона. Could use some help here. Need some help. I'm down. Grabber. Меня тут сюда надо найти. Сейчас я этого спасу. Man, come on, get up. Blue, take care, girl. Oh, Lance, what are we going to do with you? Ну, блин, куда ты тратишь меня? У меня тут больше 50%. Someone grab this turret. Какой турет? Давай пойдемте уже. Разогнанный бластер тебе не нужен? Weapon, here. Дробовик скоростной. Пошли уже.
We can charge our weapons over here. Try your pulse. Aid here. Hey, watch out, grenade. Down. Throw down. Grenade. Ow. No, 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 you can't be down now. Not get dead up. Yet. Это обувной магазин, как будто бы из обуви. And a grenade here. First aid here. Healing. Yes, я же говорил. Come on, get in here. Пойдем. Can we get the door? Yeah, too easy. Too easy. Too easy, too easy. Компайлер и дробовик. О, этот как его, ракетница. Ты этот не прав, что ли, ракетомет? Она у меня была... Арковая была у меня... А, ну, понял. Тогда я возьму. Грабер! Говна кусок. You piece of shit. Matter compiler here. За компайлер. Где, где? Oh, there's a matter compiler. А, это я уже за компайлер. За компайлер, да. Мне опять. Закомпилировался. А это мы пришли отсюда точно. Aid here. Weapon here. You can't be down. Cover me. I'm healing. Блин, еще один рокет лаунчер, походу. А, нет, это был блок. Sunshot. Сверху. Флэшер! Спаунер! Спаунер! Гупер! Behind you! Get him quick! Turret! Get the turret! Hit it! What with me? That's a flasher! Grabber!
Thanks for that. Grab her! Flasher! Go! Flasher! Stop that! Ah, I'm good! Wow, weapons. Cooper! Cooper! Гупа, гупа. Got it. Так, что это? Аптечка. Watch over me, please. Нет. I'm healing. Вы уже там, оказывается. Не, ну так, знаешь, на самом деле уровень прикольный. Карт, я имею в виду. Мы вроде начали там, казалось так, как будто мы в какой-то дешевый мод играем, знаешь. А так выходишь, и тут и пейзажи за окном так неплохо выглядят на самом деле. Ну, как-то совершенно иначе уже выглядит, действительно. Use your pulse. Can we stop shooting each other? Got it. Я упал в дырочку. Гайон, мудак, прыгнул за мной вниз. Ну хорошо, хоть телепортировался. Он считерил, падла. Он выпрыгнул вниз и воспользовался своим навыком бота перемещаться рядом к тебе. Перед самым падением он... Да-да-да. Раз и к тебе портнулся. Гупер! Турец! Джон, behind you! Better. Turret, go! That thing is shooting at me! Hit it! Mine! Spawner! That's a spawner. Got it! We should bring them back. Charger. Back. Let's go. Hold up. Doing a health scan. Пошел спидран, короче, да? Mm-hmm.
Try your pulse. Can we try not to shoot each other? Hey, let's close that door. Крепач не нужен. Окейшки, было быстро. Да. Faster. Вы только не говорите, что за Гейоном надо еще идти. Come on, up on your feet. Can we get the door? Блин, кто отвалился? Everyone in the safe room. Кажется, я даже не вижу. Подожди. Grabber! Все, он уже с нами. Grabber! Grabbed! Weapon here! Flasher! Да ты мудак, а? There's a charger. Yeah, that was mine. Cooper! Get the turret! Careful, hey, let's close that door! Давай сюда, 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 иди. Turret! Куда заходи? Пошли, давай. We should bring them back! Ну да. Дождемся. А, она тут прям или нет? Она там далеко, да? Ну вот и чуть-чуть подождем. Инстанция сказала, пошел нахер. О, Рейнбоу, детская какая-то площадка, да? Так, подожди, надо посчитать. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Все правильно, все цвета на месте. Ага, не 6 и 7, это, да? Нар- это нормальная, да, это нормальная радуга. А не, вот это все. Да. Разработчикам этой карты респект. I think I hear a gooper. I hear a spawner. What was that? Какая музыка играет? Это, видимо, какой-то санаторий местный. I hear grabber. Подышать солями. В смысле, колбаса. Weapons here. А это вот эти. Это вот там сверху, да, Thousand Lights. Weapon here. Хикс, ты где-то? Я здесь. Наверху уже. Я вижу, да? Да, но я вроде с тобой бегал. Вот, да. Thanks! Can we stop shooting each other? Oh, okay. А, не пытайтесь открыть. Отлично. Oh, that is all mine. Watch out for the turret! Turret! Spawner! Turret! Careful, do not wake them. And a grenade here. No, 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 no! Get into my shield! Nessa. Weapon here.
Оружие. Anyone need a weapon? Weapon here. Oh. Weapons here. Grab. Got it. Еще МК-2 есть, прикольно. Так, что там на второй этаж? Так, там наверх или вниз? Вверх, походу. I found a charger! Хотел. Careful, Flasher! Понеслась, дерьмо. Nessa, use your pulse. Гупер, Гупер! Watch out for Goo! Don't waste this. Спасибо, что подлечил меня, ботяра. А не в здоровье. Отлично. Гупер, Гупер, Трупер, I was gonna find you. Matter compiler. Anyone need a weapon? Oh, yeah. I'm gonna grenade. Start fires. Oh yeah. Сейчас походу будет жесткая нарезка. ЛКМ. And a grenade here. Левая кнопка мышки. Matter compiler. Come on, let's get lucky. Ракетная установка, роутер и дуговая винтовка. Ну слушай, ракетная установка. Да, ракетная установка, да, крутая, мне понравилась. Перезагрузка. Я возьму арковый. А мы тоже прикольные. А, смотри, здесь тихонечко. Да. Everyone, a matter compiler. Charger. Потанцуйте на... Dance on the dance floor. Then take the elevator. Yeah. They как там? Brute! Brute! Gooper! Spawner! Go! Spawner! Let's do this. I put out a shield! Grabber! Turret! Dude, turret! Thanks! Turret! Can we stop first aid? Behind you! That thing is shooting at me! Thanks! Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you! Hit it! Hey! Brute! What's up, there's a brute! Spawner! Don't get goo, don't get goo! Your pulse! Flasher! Hit it! Brute! That's a flasher. Hey, shoot someone else. Brute! Use your pulse. Sure. Я упал в дырку, и оно отвалилось. Я как тебя воскресить-то? Почему ты не воскрешаешься? А, у тебя игра вылетела? Да. О, ну класс, ну прошли. Здорово. Технически можно считать, что прошли. Ну, в принципе, да. Ну что, это было интересно даже, потому что что-то новенькое.
То есть, если оригинальный комп... Ну, я скажу, что мне этот уровень больше всех понравился. Угу. То есть, я не знаю, может ее пройти нормально, как бы. Хотя, можно, черт... Можно. Нет, с другой стороны, я уже записал вот это вот двухчасовое видео с фанатской, и нормально, как бы. Все-таки... Угу. Ну, там еще пара карт есть, но это не страшно. Вот. Я скажу, что... Вот эти оружия, как бы, может быть, не такие вот оригинальные, скажем так, мощные какие-то такие или что-то в этом роде, но тем не менее, вот эти фанатские карты, как бы фанатский взгляд, альтернативный взгляд разработчикам, он дал такую несколько другую картину на то, как могла бы выглядеть игра, и мне это понравилось на самом деле, потому что оно, ну, то есть, другие помещения, там, как будто вот мы на какой-то планете, там, вот это вот мегастроение. Unreal же все это позволяет, почему же нет? Да. Вот, и то, что разработчики как-то заперли себя, сами себя на этом корабле зачем-то, и только под конец выпустили что-то такое. Псевдомир. Да, псевдомир, который все равно оказался корабельным. Вот. Но это как-то так странно. Тем больше никакого сюжета. А здесь вот как-то даже какая-то сюжеточка можно построить самому. Да. Вот. Как-то так, да. Короче, первая карта, которая 4 звезды набрала, мне даже меньше понравилась, чем вторая. Вторая карта повеселее была и поинтереснее, и как-то, видимо, мейкеры этой карты все-таки решили разнообразие тоже внести, видимо, их тоже это достало. По-моему, это один и тот же игрок делал. Ну, может быть. Ну, тогда я скажу, что вторая карта явно делалась после первой, по ощущениям. Она более линейная. Но не из-за этого не менее веселый, так сказать. Да, да, именно так. Вот. Хеник, да, Хеник 373. Да тут, блин, 4 карты, которые тут есть. Ну, есть еще какой-то инфест. Ну, как-то так, не знаю. Ну, в общем, прикольно. Прикольно, мне понравилось. И я не знаю даже. Будем мы играть? Я тоже не знаю, что сказать. Возможно, мы еще вернемся в эту игру. Особенно, если, может, кто-то захочет поиграть. Может, найдем. Может, кто захочет получить ключики бесплатные и выполнить условия. Да, да. Которые, да, указаны. И тогда вчетвером было бы веселее поиграть в эту игру. Как раз есть пару ключей, которые вы можете получить бесплатно. Вот. Поэтому, если есть желание, переходите на вкладку сообщества и просто подпишитесь на канал Дреда, зайдите в нашу группу в Дискорде «Кооператив Дружба» и отпишитесь в боевом канале, и вы получите ключик. И тогда мы точно вернемся в эту игру и пройдем с вами, и вы покажете, как надо играть в Anacrusis. Да. Определенно. Вот. Ну, что еще сказать, в завершение особо нечего, потому что уже, честно говоря, мозги плавятся. Это да, определенно так. Я согласен с тобой. Поэтому будем, наверное, прощаться, да? Да, да. Спасибо за то, что были. Как-то у нас... Да. Мне не совсем получилась запись, как бы, но с другой стороны и получилось. Ну, в общем, это было... Будет повод демонстративно. Еще перепройти. Да, да. Ладно, все тогда. Вот. Ну все, да, на этом прощаемся. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на этот канал, на канал Дреда. Заходите в нашу группу в Дискорде «Кооператив Дружба». Все ссылки в описании. Все как обычно, отписывайтесь. И увидимся точно в пятницу, а может быть еще и в ближайшие дни в рамках кооператива или синглплеера. И обязательно заходите на канал Дреда. Он каждый день выкладывает видосики. Интересные, стараюсь, самые сочные моменты и прочее, да. Да. Поэтому обязательно подписывайтесь, не пожалеете. Вот. Да, ну а на этом будем прощаться. Угу. И Хиггса, он прикольные трансляции ведет. Да, но у меня в основном молдовы игры. А все современные кооперативные как раз-таки вместе. Да.
Ладно, вот. Все, действительно, уже 5 часов утра, я туплю, полузасыпаю. Да, да, да. Так что всем, да. Если у вас поздняя ночь, доброй ночи, если все остальное, ну, сами знаете, что у вас. Ладно. Все, увидимся да. в этой все. Или в другой всем игре. Спасибо, да. Всем все. Спасибо, всем пока. Пока.